Здравствуйте, уважаемые зрители! На ваших экранах панорама стадиона «Авангард». Нет, нет, это не зимние Олимпийские игры, это матч 22-го тура Мелбет первой лиги между Шенником и Енисеем. И все, стартовый свисток Артема Смолина, поехали. Итак, состав хозяев: Шинник, они в черной форме по картинке слева, в воротах Денис Вамбольд. Это был бенефис Аюба Басуева. Так, после этого опасный момент может получиться. Грузнов, Антипин команду спасает, момент продолжается, Грузнов в штрафной площади. И удар Соколова мимо. Еще один момент у Шинника. Нам уже завершающую часть атаки показывают. Антипин своевременно вышел из ворот. Грузнов здесь продолжает бороться. Кулишев помог. Ну и в итоге Шинник 24 набрал дома. Ой, какой отбор. Удар-то будет. Соколов. Снова он ударной позиции. Удар по воротам. Мяч в воротах. Ну это привоз. Это натуральный привоз. Игорь Соколов со второй попытки все-таки прошивает Станислава Антипина. Шинник выходит вперед. Но все началось с ошибки. С ошибки центрального защитника Енисея. Это тот случай, когда уверенность перешла в самоуверенность. Александр Ломакин. Даже можно здесь не смотреть на номер. Стандарт он исполняет. И есть удар. Ух ты! Где мяч? И мяч в воротах. 1-1. Енисей сравнивает счет. Александр Ломакин забирает свой 6-й мяч в этом сезоне. Ну и давайте смотреть. Неспроста нам Вамбольд-то показывают. Кидоросторских 12-й. Глушков. Это может быть опасно. Против него Леонтьев. Сразу два соперника. Ой, Глушков что делает? Двоих соперников обыграл. А передача на Окладникова уже не прошла. Но отмечаем активные действия Никиты Глушкова. И здесь подача. И мяч опасно. Грузнов. Там качество футболиста. Еще один удар. Соколов был, наверное, в сантиметрах от дубля. Савинов. Подача. Мяч застревает. Его вовремя не выносит. Грузнов бьет. И вот Соколов. Раз. И мяч даже пролетел под Антипина. Савинов. Сам же с мячом. И сам подает. Рука с мяч выбивает. Но не очень далеко. Соколов. Еще один удар. Соколов. Залетает мяч в ворот. И нет офсайда. Мяч засчитан. Илья Грузнов забивает свой 7-й мяч в этом матче. Совсем скоро мы узнаем, сколько будет добавлено. Пока мяч в штрафной площади. И здесь оставлял мяч. Это Раздорских был, да? Или Ивакин пяткой. И здесь удар! Ничего себе! Самойлов что исполнил? Ой-ой-ой-ой-ой! Это красота! Они забивают уже второй тур из-за пределов штрафной площади. 90-я минута. Самойлов! Что за удар? И атаку всю нужно смотреть целиком. Вот эта передача пяткой в штрафной площади. И все, друзья, у нас на этом матч заканчивается. Боевая ничья 2-2 в рамках 22-го тура Олимп первой лиги.